В юности каждый из нас оказывается в ситуации выбора. Кем быть? Наш рассказ об одном из старейших университетов Казахстана, который вошел в число признанных лидеров отечественной высшей школы. Карагандинский государственный университет имени Букетова – один из ведущих многопрофильных университетов республики. Он занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге, входит в состав авторитетных международных ассоциаций, прошел специализированную аккредитацию германского агентства АКВИН, а достижения ученых университета признаны в мировом образовательном сообществе. Карагандинский государственный университет имени академика Букетова – всегда стремится к сохранению классических традиций высшего образования и активному внедрению инновационных технологий и методик обучения. Мы готовим конкурентоспособных специалистов новой формации по 78 программам бакалавриата и 49 магистратуры. На 15 специальностях педагогического, юридического, экономического, естественно-научного профиля обучение ведется по программе полиязычного образования на казахском, русском и английском языках. В учебном процессе активно используются современные информационные технологии, мультимедийные лекции, кейсы, электронные учебники. Для получения второго высшего или дополнительного образования действует система дистанционного обучения. В КарГУ созданы все условия для интересной и успешной учебы, исследовательской работы. 12 современных учебных корпусов с залами электронных ресурсов, мультимедийными, лингафонными и компьютерными классами. Одна из лучших в Казахстане научная библиотека с редким фондом литературы – более 1 миллиона 700 тысяч экземпляров. И с электронной библиотекой в 25 тысяч материалов – система электронного обслуживания в соответствии с современной РФИД-технологией. По программе академической мобильности я училась в КазНУ имени Аль-Фараби. И это обучение для меня стало большой жизненной практикой. Все это стало возможным благодаря нашему вузу. Студенты нашего университета могут обучаться не только в ведущих вузах Казахстана, а также в университетах ближнего и дальнего зарубежья. Большие возможности для каждого из нас предоставляются в образовательных международных проектах, как Tempus и Erasmus Mundus. А благодаря программе гостевых лекций мы можем непосредственно общаться с известными учеными России, США, Германии, Великобритании, Польши, а также других стран. Научная работа преподавателей и студентов – обязательный компонент классического университетского образования. Лучшее доказательство результативности научно-исследовательской работы студентов КарГУ – их многочисленные победы и дипломы на международных, республиканских, региональных конференциях, олимпиадах и конкурсах. В КарГУ действуют 6 научно-исследовательских институтов, 19 научно-исследовательских центров и лабораторий, открыт офис коммерциализации технологий. Нашими учеными реализуются приоритетные научные направления – государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Для этого мы открываем новые лаборатории и модернизируем действующие лаборатории. Результаты научных исследований публикуются в высокорейтинговых журналах дальнего и ближнего зарубежья с высоким импакт-фактором. Студенты и магистранты активно вовлекаются во все научные проекты. Научные достижения преподавателей, студентов, магистрантов получили высокую оценку государства, общественности, отмечены международными и республиканскими грантами, стипендиями, премиями. Карагандинский государственный университет является одним из учредителей школы Дарын. И мы сотрудничаем уже более 15 лет. Наше сотрудничество охватывает организационно-методические, научно-исследовательские, нормативно-правовые направления совместной деятельности. Мы работаем в таких вот специализированных, оборудованных лабораториях университета, соответственно, профилю школы, тесно сотрудничаем с математическим, физическим, химическим, химико-биологическими факультетами университета. Выпускники Карагандинского государственного университета отличаются высоким
высоким профессиональным уровнем подготовки как специалистов. Вот именно они видят глобально, масштабно видят перспективы инновационного развития Казахстана. Вот это вот отличительная черта выпускников Карагандинского государственного университета. Затем их вот занятия, внеклассные мероприятия на таком достаточно высоком научно-методическом уровне проводят. Казалось бы, это вчерашние выпускники, но уровень, вот именно на высоком уровне подготовленные профессионалы. Большая работа ведется внутри факультетов. То есть это подготовка учителей к будущей жизни специалистов. Во-вторых, это большая общественная работа Комитета по делам молодежи, воспитательная работа. Если вы активист, если вы завсегдатай КДМ Акаргу, я думаю, вы легко приобретете большой опыт для будущей жизни. Будущей жизни именно в карьерном плане, в профессиональной работе. Ну и третий пункт – это Центр карьеры и трудоустройства, который проводит тренинги, проводит семинары, учит грамотно составлять резюме, учит проходить собеседование, выгодно представить себя перед работодателями. Каргу – это частичка моей прошлой незабываемой жизни. И надеюсь, что в будущем я тоже буду связана с Каргу. Социальные инфраструктуры и культурно-досуговые объекты Каргу имени Букетова создают все условия для физического, творческого и интеллектуального развития студентов. К услугам студентов 6 комфортабельных общежитий, дворец студентов, студенческий бытовой комплекс, комбинат общественного питания, санаторий-профилакторий, 2 зоны отдыха в Каркаралинске и Балхаше и одна из лучших среди вузов Казахстана спортивная база. Студентами Каргу были спортсмены мирового уровня, среди которых участники, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии. Серик Сапиев, Геннадий Головкин, Дмитрий Карпов, Владимир Муравьев, Серик Нурказов, Олег Морев, Дмитрий Погуляев, Оскар Талеов и другие. И университет – это дорога в твою жизнь. Конечно, университет – это еще одна точка в жизни, к которой надо отнестись с какой-то ответственностью. Созданы все условия, абсолютно все, для того, чтобы спортсмены и готовились к соревнованиям, и учились. То есть одно другому не мешает, наоборот, даже помогает. И это очень здорово. Я очень этим горжусь, что у нас такие преподаватели, такое начальство, которые понимают, с пониманием относятся к тому, что все-таки спортивная жизнь – это не личная жизнь, это жизнь государственная. Поэтому я бы хотела пожелать... Выберите правильную профессию, с которой вы пойдете по жизни. Просто не ошибиться в выборе. Для меня Каргу – это большая гавань, с которой начнется мое путешествие в дальнейшую жизнь. Каргу – это эпицентр значимых студенческих событий. Каждый студент может стать членом студенческого сообщества, объединяющего более 40 органов самоуправления и более 20 творческих коллективов. Региональные форумы и фестивали, конкурсы и флешмобы, молодежные акции и круглые столы, литературно-музыкальные вечера и фестивали – это только часть мероприятий, участниками и инициаторами которых можете стать вы. Если вы хотите оказаться в центре молодежной политики, узнать, что происходит в городе, области, республике, реализовать свои идеи, принимать участие в общественной, культурной и спортивной жизни университета, то Карагандинский государственный университет – это ваш выбор. Каждый год мы ждем новое поколение талантливых, энергичных, жаждущих знания и нацеленных на успех молодых людей. Сегодня время реализации ваших возможностей.